Валера, ты красавчик. Ставлю бомбу на 2. Ах ты, блин. Шустро, шустро. Вот это выстрел. Да. Ой, я косой. Ой, их там, короче, покосил. Там вся тимы. Вас покосил. Да если б не мед, я бы там одного добил. Их респа. А, все, ребят, я в теме, так что буду сейчас вам подсказывать, помогать. Бомба взята. Так, девушки, давайте поддержим комбину. Ставить? Ставьте, ставьте. Все, один снап остался. Если есть возможность, резните кто-нибудь. Поднимайте свои. Они там на центре воюют. Подлини воюют. Честно, очень. This is the plan. Вот план. Первое, что мы сделаем, как выйдем из города, насыпем на деревья, пометим территорию. Потом найдем паб и будем бухать, пока говорить не разучимся. Общаться будем хрюканьями, как пещерные люди, пока не заснем в кустах. Вопросы? А у девчонок, наверное, план такой. Сейчас они ломятся. Чего собираешься сделать? Нас больше. Обратно. Девушкам вход заказан, дорогая. Там еще одна была, вот. И он справится. Да, проведя выходные, бухая с друзьями. Ладно, ну ладно. Соблюдай джентльменство. Простите. А девочки коцают, будь здоров. А тебя как зовут, крошка? Могу тебе сказать, что не крошка. Так. Что смешного? Он пришел, а она не пришла вообще. Счастливый засранец. Я задел. Гуд. Мы захватываем командный пункт. Да она надоела, ну что она тут убивает все, вообще? Встряхнись уже, ленивые яйца! Наконец-то ты ее снял. Вообще-то мы называли его бесстрашным. Нет, просто так, один пункт у нас. Мальчики, мальчики пока выигрывают. Вот я беру Вальтер, а у меня играю за USP. Это вообще нормально. Попробуй наоборот, возьми USP, и появится Вальтер. Навряд ли. Так, у них медик. Есть коварный план, идите сюда, пацаны. Дайте аптечку. А я и не заметил тебя. Как страшно. Так, слушайте, парни. Девочки делают все как надо. Ну я же быстрее выстрелил. Нет, если был бы быстрее, значит был бы... В рукопашную, пацаны. Что? Да пиздец полный. Да я только 5 минут на ходу. Их, ишь, да. Какой хитрец. Ну так, как, чё? Мало девушек не бывает. Ждущих, чтобы наброситься на первую же группу сорвиголов. Ай, промахнулся. Кто-то его загнал до смерти. Правый фланг. Смотри, как удачно гранату бросил на обум, блин. Зацените-ка! Ты чё, блядь, творишь? О, блядь, вот ведь, блядь! Ай-яй, Женя, потащила. Они на поинте. Пойдем. Коварный план, часть вторая. Они тебя слышат еще. Я знаю, коварный план, часть вторая, давайте сюда.
Почему вы так уверены, что она последует за мной? Женщины тебя любят. Это секретная информация, вот что это. Хреново засекреченный чувак, если она разгуливает тут с ножами. Быстро, быстро. Дайте патроны! Ай-яй-яй, нельзя. Быстро, 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 быстро. Боже! Мы трупы! Они повсюду. Не успел. Надо было сразу, ты долго тянул резину. Я же говорю. И чего? Давайте, ну что, пацаны, давайте. Быстренько завоюем. И все пешком. Опять не убил. Пиздец прям. Да ё-моё. Тут тяжко против дробаша в упор. Они еще и в плюсе, заметьте. Граната! Один со мной. Надо идти, следуй за мной. Зато с ножа убил. Вот теперь можете захватывать. Нет, не можете. Мы захватываем командный пункт. Макс, сзади. Будь рядом, выдвигаемся. Блять, о нет. Джули, блять, бежим. Ёбаный в рот. Угнетатель. Блять, пиздец. Я же через двери вылетел. Кнопочка так мне вдарила хорошо. Мы захватываем команду. А я опять хотел с ножом. Давайте там чуть-чуть захватить осталось. Все. Ай-яй-яй. Давай, Валера. Мы захватываем командный. Все, еще один отвоевали. Вы не поверите, какую хуйню я пережил. Ну чё, ну девчонки отпор дают, хорошо, конечно. Обещаю, этот матч я выложу потом, посмотрите, как все было. Чтобы никому обидно не было. Координаты подтверждены. Захватите последний командный пункт врага. Валера, давай, короче, вообще, да-да-да, за мной иди. План Барбаросса. Только не стреляй, нет, чисто, чисто, тихо-тихо. Как мышки. Смотри, как он плюхнулся. Тебе не смешно? Нет, да ведь он ударился, ему больно. Ладно. Конспираторы мы, короче, с тобой не очень... Надо захватить, и потом мы будем защищать. Вот там будет вообще веселуха. Мы захватываем командный пункт. Буду бить аккуратно, но сильно. Грубая мужская сила, помогает многим. Чего откаблукивают, а? Валера, ресы. Красавчик, Валера. А, Валера! Тут не дают.
А, Женя прямиком на мою спину прыгнула. Я даже смайлик вот так вот отправлю. Мы захватываем командный пункт. Так мило получилось. Безобидный. Мне отсюда видно твою линию бикини. На. Миной стукнул бы все. Леша, ты ушел от такой женщины. Мы захватываем командный пункт. Пацаны, давайте тащить. Давайте затащим раунд. Хотя забейте, пацаны. А, добивайте кнопочку, она упала. Мы захватываем командный пункт. Да, вся экипировка. Но зато вы в плюсе, видите, девчат. У вас счет шикарный. И чего? Сейчас. Ой, мне стыдно. Да ладно. Все, давайте. Теперь мы держим. Девочки нападают. Любой ценой защитите командные пункты. Они сейчас четко через крышу побегут, я отвечаю. Не показатель. Нам же женскую. Да, ты прав. Медик уже там. Титан снял. А, как же мне херово! На перешейке наверху. На поинт идет. Ну, блин, не получилось. Враг захватывает наш командный пункт. Ради всего святого! Мое колено разбито! А, разбито нахер! Позовите медсестру! Держись рядом! За мной! Нам нужно удерживать. Давай сюда. Давай, пошли! Враг захватывает наш командный пункт. По сути, как бы мы, да, выиграли фактически один матч, но на самом деле... В плюсе остались именно девчата.